первая игра Лиги Чемпионов была так ответственна. Ну, как мы помним, мы там 10 мячей выиграли у Ларвика. Надеюсь, что дебют в этом сезоне будет также хорош. Костяк остался тот же, но пришли девочки очень сильные, очень быстрые. Я надеюсь, что они помогут команде и внесут какую-то, не знаю, щепотку чего-то нового, что для других команд будет тяжело. Yes, Rostov, I think it's a good team with a good player. That's why I came. I think they can be competitive in Champions League. So for one player, this is so interesting. In Champions League, it's open. A lot of teams have the same level. And our group, I think, it's the most difficult. And we will start very hard. But we can go out from this group, but it will be very hard. Я думаю, что это хорошая группа для нас, и пусть она будет сложная, это 100%, но опыт мы получим колоссальный.